Курс «Моя довольная щитовидная железа» – самый востребованный курс, потому что патологии щитовидной железы очень много. Первое, точнее, оно нулевое занятие – это норма по щитовидной железе. Что она хочет, чего она, что она любит, чего она не любит, и как сделать так, что если у вас здоровая щитовидная железа, чтобы так продолжалось всегда. Следующее занятие – первое занятие, когда гормоны в порядке, но есть все признаки гипотиреоза. Вы утомляетесь, у вас желтый оттенок кожи, кожа имеет отечность, пастозность, ни на что не хватает сил, растет вес, ломкие сухие волосы и ногти. В общем, все признаки гипотиреоза, и с этим что-то нужно делать. Следующее занятие, оно же второе, щитовидная железа, аутоиммунный процесс. Мы разбираемся в основных причинах аутоиммунного процесса, и вы получите программу выхода. Четвертое занятие, мы продолжаем работать над аутоиммунным тиреидитом, разбираем, что нужно делать при гипертиреозах, понимаем, как работать с узловыми диффузными зобами, и вы получите схемы кормления и ухода за щитовидной железой. И последнее занятие. Как щитовидная железа связана с вашей психоэмоциональной сферой и со здоровьем коры надпочечников. Соответственно, разберем, как работать с корой надпочечников для того, чтобы ваша щитовидная железа, ваши надпочечники, ваши яичники чувствовали себя хорошо и были лет на 10 младше вашего паспортного возраста.